принципе, игра равная была, по большому счету. Конечно, хотелось выиграть ее. Но мы сейчас как бы наигрываем новую тактическую схему. Вот, поэтому все-таки некоторые сложности еще будут возникать по ходу наших вот этих сборов. И что еще хочется сказать? Возможно, мы еще не совсем физически готовы. Мы в начале пути, поэтому, я думаю, все эти погрешности мелкие, они уйдут со временем. И команда, я уверен, что прибавит и будет добиваться только победы.